Не забудь подписаться на канал моего друга Реца. Там еще больше видео по легендам Дракономании. И давайте мы устроим такое маленькое дружеское соревнование. Кто первый из нас выведет дракона-пловец? Ну что, погнали? Я тоже уже приступил к комбинации. У меня, кстати, комбинация... Вот, может, у меня даже и получилось. Вот не помню, сколько часов это все дело занимало, ребятки. Так, это у нас недельный дракон. Как его вывести? Кипение плюс броня. То есть, ну, кипение это легко, да? То есть, водичка плюс огонь, а броня это у нас металл плюс камень, по-моему, выводится. Плюс земля. Сочетание дракончиков. Так, железное пламя мы вывели, еще остается 6 дней. А это у нас интересно, колдовское разведение или нет? Вот черепаха тортила. Да, это колдовское, то есть у меня получается... подождите, обычное разведение? А как оно может быть обычным? Странно, потому что я точно помню, что это колдовской дракон. Вот, вот это вот черепаха. Почему это она у нас появляется в обычном разведении, если это колдовское разведение? Очень-очень странно. Древний дракон, морская черепаха, бороздил воды Дракландии задолго до того, как на его берега высадились люди. Он любит напоминать об этом тренеру, когда тот жалуется на викингов. Так, это мы знаем, дракончика леопард мы уже вывели. Ну, вот я бы, может, горилку попробовать вывести. Они у меня не заколдованы. Подожди, а на черепаху они тоже как бы не заколдованы. Не знаю, почему мне предлагают именно черепаху вывести. Так, ну, есть у нас и дракончик-пловец. Как можно догадаться, дракон-пловец просто обожает воду. Тренер не против такого увлечения, вот только хотел бы, чтобы он не устраивал ванный потоп, когда купается. Да, бывает такое дело. Кстати, а про железное пламя? Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Угу. Но мы его уже вывели, то есть не будем на этом останавливаться. А сейчас нам нужно, ребятки, выбрать, кого мы будем качать. Ой, я думаю, время нам пришло прокачать дракона зеленого. Очень забавно он выглядит, классный такой дракончик, няшный. Мне нравится. Так, давайте сразу, может, его переименуем. Переименовать. Как же его переименовать? Ну, давайте для начала земля. В смысле, планета Земля с большой буквы. The Earth, если на английском, да? Пусть пока будет у меня Земля. Что-то вообще никак. Ну, смотрите, вот. Вода, точнее. А вокруг, точнее, вокруг вода и острова. Вот так вот. Не знаю, почему он зеленый, если он больше синий. Давайте покормим, может, он позеленеет. Так, с едой у нас... Пока что немного, но у меня есть 30 миллионов, я смогу поставить 6-часовую еду. Ух ты, прикольно, смотрите, ребята. А тут увеличение работает? Нет, к сожалению, здесь его приблизить нельзя. Но как классно, смотрите, облака, вокруг него летают облака. Это настоящая планета Земля. На хвосте у него Антарктида, 100%. А на голове, наверное, гора Эверест. Как вы считаете, согласны? А вот это у нас, наверное... Дерево Эйва. Да, такой вот, в общем-то, няшный у нас прикольный дракончик. Давайте сделаем ему, ладно, сразу. Вот был бы у меня дракончик этот классный, и воду, и ветер мне нужно было бы прокачать. Было бы прикольно. Так, что у нас теперь? 674 и 1732 в час. Так, у меня 335 кристальчиков насобиралось. Но маловато. Мне для прокачки портала, по-моему, нужно... Нужно больше. 500, по-моему. Нужно 500. Да, 500, к сожалению, ребятки, это многовато. Так, что у меня тут вообще получилось? У меня тоже есть, ребятки, желающие, но это мы оставим на следующую серию. Так. А сейчас давайте посмотрим, у нас идет же какое-то событие. Так, я в последнее время забываю вам показывать свой код дружбы. Да, уж вы меня уж простите. Мой код дружбы это 5B0F59.
запомнили, то есть заходите в раздел «Друзья», если я не ошибаюсь, да, и тут вот «Добавить друга», нажимаете «Добавить друга» и вставляете сюда мой код дружбы, ну, вбиваете его ручками. Все, запомнили, а также не забудьте вот делать вот эту вот штуку, отправлять подарочки всем своим друзьям. Добавляйте друг друга в друзья, то есть, и шлите вот подарочки, это очень будет вам помогать, особенно в начале. И подарочки вам будут приходить вот сюда, в раздел «Сообщения», где вы нажимаете «Принять», 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 точнее, это просьба о помощи, а подарки будут приходить вот сюда. Вот такие вот могут быть подарки. Это могут быть фрагменты, еда, кристаллы и денежка. И денежка, и, в принципе, все. Да. Если у вас фрагменты вам не нужны, портала, очки хода, то они превращаются в 15 тысяч монеток. Вот так, теперь идем. Давайте посмотрим на задание клана, точнее... О, мы уже что-то выполнили, какой-то рубеж достигли. Давайте сейчас это откроем и проверим. Да, рыцарей у меня можно скоро будет собрать целую армию. Землетрясения уже тоже. Два будет. Осталось совсем чуть-чуть. Так, у нас темница просится. Так, посмотрим, где мы. Мы на первом месте. Мы на первом месте, ребятки. Давайте еще немножко поднажмем, чтобы оторваться подальше от номера 2. Но я думаю, он нас не догонит. И мы победим в этом соревновании. Ну, хотелось бы добраться до 1,5 миллиона очков. Два дня. Два дня осталось. Нет, туда, конечно, наверное, мы не добежим. Ну, значит, наша цель 750. Ее мы точно должны взять, ребята. Вот так. Смотрим, что у нас тут по заданиям. Нужно сходить в темницу и на колдовской арене. Давайте сначала прогуляемся на колдовскую арену. У меня ингредиентов как-то маловато. Кубиков 10, шоколада меньше. Давайте возьмем шоколад. И попробуем сейчас завоевать несколько очечков. Так, три битвы нам нужно выиграть. Для этого нам нужно найти кого-то с минимум, желательно минус 16. Давайте еще поищем. Чтобы было очков поменьше. Так, вот 43 уровень. Ну, давайте зайдем посмотрим, кто нам попадется. Если это, конечно, 40-й. 42-й. Ну, давайте. Начнем так. Надеюсь, там 43-й был всего лишь такой один. Вот он. Давайте возьмем усилялку суперскую. Ну, а это всего лишь уровень усилялок-то понтовый у нас. Так, 40-42 может справиться. Да, это будет обоюдное уничтожение. Так, ну а тут легкотня. У меня еще есть усиление зелени. Так, ну думаю, сейчас мы его используем. Точно такой же дракончик, только розового цвета, да, у нас называется Агнес. Так, корни. У меня корней нет, да, я не успел его вывести. Но в целом у нас, ребятки, получается хорошо очень выводить драконов. Дракошек. Так, давайте, ребята, напишем в комментариях, какие вы знаете такие выражения. Смотрите, вот дракон. Как можно назвать дракона? Дракон, дракончик, дракоша, драконяша. Ну и дальше продолжите в комментариях. Напишите ваш вариант. Так. Осень. Сейчас уже будет попроще, потому что мы использовали самую слабую комбинацию, и она оказалась у нас довольно сильной. У нас уже все-таки 42 уровень у Архангела. И это помогает. Так, 57 уровень, боже мой. Ну... 54-й. Капец какой-то. Смотрите, нам никто не хочет попасться. Так, давайте сделаем тогда вот так. Возьмем. Сольем немножко очков.
И ищем дальше. О, 17. Это вообще отлично. Так, зелень нам надо. Вот это нам не надо. Возьмем, чтобы нам взять. Просто так, чтобы было. У меня эпическая есть, смотрите, эпический черепок. 40% здоровья. 20, потом, наверное, 30, да. А, подождите, 2. Если это 20, тогда редкое должно 25. Точнее, не, необычное 25, редкое 30, а это 40. Ну, если оно бывает, в принципе, у всех вариантов. Ну, пусть будет. Вот так вот даже. И помчались в бой. Так, здесь у нас проблем не должно возникнуть. Анубис. Мумия. Она же мумия, да. У нас такой дракончик уже есть. Мы его прокачали. Так, 38-й это не страшно, хоть и на 4 звездочки. Это всего лишь пыль. И туземцы, да, у нас тут. А, церемонный. Путаю все время туземцы и церемонного. Так, ну что, ищем дальше. 640. Ну, это может быть очень опасно. Давайте посмотрим, кто у него там есть. Это первый дракон, это, конечно, не очень хорошо. Но мы возьмем ягодку на разведку. Если что, потеряем ягодку, это не страшно. Ну ладно, пойдемте, давайте. Церемонный напоминает какого-то динозаврика вот в таком вот варианте. Облако. Или снег. Тоже их все время путаю. Так, 33-й, ну это легкотня. Сороковый. Это тоже не страшно. И 30-й код, да, бывает очень по-разному. Казалось бы, вроде много очков у человека, а драконы слабые, а бывает и вообще наоборот. И мы выполнили задание клана. Не хватило нам еще одного очка, чтобы завоевать военный сундук. Так, ну что. Собираем свои очечки. Давайте отправим дракона в... мне еды, наверное, мало. Хотя нет, должно хватить. О, еда готова. Ну, давайте мультипосадка. Хватает ли у меня еды? Да, на 6 часов. Я поставлю, правда, это на вечер лучше. А пока что можно ставить такие задания. Итак, кто у нас хочет пойти погулять? Так, 23-й, 24-й. Хватит ли у нас еды? Может быть, и хватит. Остался один последний фрагмент, и он так тяжело нам дается. Ну что, ждем один день и 11 часов. Ну, точнее, день и 12 часов, наверное, если быть точным. Так, ну что, на этом, наверное, тогда мы серию закончим. В подземелье я уж пойду прогуляюсь как-то самостоятельно. Ну, давайте перед этим еще заглянем на нашу карту. Так, здесь у нас сильные драконы, да, и они нам сделают больно. Мы в прошлый раз, наверное, тоже пробовали, но давайте попробуем еще раз, только сменим их немножко местами. Так, 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 вот так, да, давайте пойдем.
А, может мы кого-то нанять сможем? Ну, на 6, да у нас там совсем было печально. Было очень как-то слабо. Вот на 7 очень сильные драконы. 48-е, 40-е, да, все. А дальше нет. На 6 очочков никого нам взять, ребята. Никого. 35-й уровень, он нам никак не сможет помочь. Ну ладно, давайте еще разок попробуем вот таким вот образом. Так, это Ледиус, гора, покрытая льдом и снегом. Она считается покинутой с тех пор, как тираны были изгнаны из Дарколандии. Так, ну, по-моему, это уже мы тоже как читали. Так, ветер. Постараемся заблокировать. Но, ой, мало мы, конечно, нанесли урона. А он с одного удара вынес нашего Архангела 42-го. Это, конечно, нехорошо. Так, ну, по крайней мере, с этим там и разобрались. Он на следующий ход не доживет, надеюсь. Вот так вот сделаем. Точно не доживет. И заразили мы всех. Так, пасхальный зайчик. Шанс на победу есть. Так, подождите, а кто там кого лечит? Стоп, 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 стоп. О, да. Не, шансы на победу резко тают. Есть шанс, но он такой небольшой. Нет! Ну и что будет, если я нажму получить? Странно, почему нам сделали это предложение. Это, наверное, они сразу меня отвлекли, чтобы я не переживал по поводу нашего проекта. Ох ты, нам что-то предлагают даром. Колдовские материалы. Ну, мы тоже это все как-то, что-то она, игра какие-то нам глупости предлагает. Так, кстати, у нас довольно много очков, 40 тысяч. Давайте откроем тогда мы еще какой-то наборчик. Но почему-то не попадается ничего интересного. Попадается всякая ерунда. Гарантированно одна редкая. А, тут можно даже посмотреть, что может попасться. Так. Кенгуру. У меня есть кенгуру. Надо вывести кенгуру, ребята. Так, ну что вот. Из интересного, что мы можем здесь собрать. Осталось немножко собрать копилку. Робоцып у нас есть. А, вот этот дракон. Так, спасибо. Опять выскакивает. Дракон. Легендарный дракон-страж. Сила 72. И... Ну и вот этот дракон. Озеленитель. То, что мы можем присобрать. Ну, давайте тогда еще откроем один набор. Так, легендарный. Ух ты, прикольно. 8 карточек мы уже с вами собрали. А, тогда сейчас давайте мы что, перейдем в наши вещи и посмотрим. Вот, дракон кенгуру. Но у меня там, наверное, места сейчас нет. Ну, нужно подождать. Ну, это я уже сделал за кадром, чтобы вам было поинтереснее, ребятки. На этом тогда все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Не забудь подписаться на Райца.